себя одни неприятности. Что тебе надо? Я хочу увидеть своего сына. Я знал, что тебя выпустят. Я об этом все время молился. Я думал о том, чтобы выйти из игры. Ты совершаешь большую ошибку. Они хотят порешать тебя. Посмотрим, как у них это получится. Бежать тебе некуда. Забирайте, пацаны. Хулио! У действий есть последствия. Давай, действуй. Я ищу своего сына. Ты просто заявишься туда? Именно так. Стой спокойно, твою мать! А теперь приступим. Говори, где мой сын? За все грехи, что я сотворил. За все грехи, что я еще сотворю. Господь, помилуй мою душу. Вот так выглядит правосудие. Пришло время заплатить за грехи. Хулио постоянно говорит о тебе. Как о каком-то святом. Передай ему, что я совсем не святой.